К сожалению, я буду в силу обстоятельств выступать один. Вот, проект железодефицитная анемия с трактовками общего анализа крови – это второй подход. В прошлый раз мы с вами обсуждали какие-то вещи. Вот, и сегодня я очень коротко повторюсь. Значит, почему МГНОТ и железодефицитная анемия? Потому что мы очень много лет занимаемся, 25 лет как минимум, проблемами железодефицита. Мы ввели в группы риска пожилых больных, которых, в общем, никто никогда не рассматривал как больных с какой-то изолированной группой железодефицита. Мы создали протоколы ведения больных с железодефицитной анемией, выпустили соответствующий ГОСТ по железодефицитной анемии. И многие годы нас поддерживает, этот проект поддерживается компанией «Эгис». Так, на какую кнопку мне нажимать, я не понимаю. Ну ладно, давай так будем нажимать. Значит, в прошлый раз мы с вами обсуждали, что мы потеряли такую вот банальную гематологию, потому что на смену рутинным ручным методикам пришли аппаратные методы, которые в какой-то степени имитируют то, что было раньше, но абсолютно не эквивалентны этому. Значит, мы раньше использовали химию, например, для разрушения тех или иных клеток. Мы использовали окраски мазков, химические исследования гемоглобина. Значит, некоторые технические эффекты, например, исследования реакции оседания эритроцитов и гематокрита, микроскопию, расчеты, формул и так далее, и так далее. Сегодня этого ничего нет. Сегодня автоматические методы, они основаны на подсчетах частиц определенного размера, которые пролетают между электродами или там другими источниками всяких излучений, и просто считается их размер, количество и размер. Много вот такого размера, много вот такого размера, много такого размера. А то, что там может оказаться не та клетка, этого прибор не учитывает. Вот. Кроме того, огромное количество различных методик, пересчетов, расчетов, которые никем никогда не анализировались с точки зрения, извините, чувствительности и специфичности. Тем более, что на разных аппаратах все это имеет разные характеристики, по-разному исследуется, поэтому, в общем-то, скорее мы сейчас с вами, как врачи, оказываемся заложниками развитие этой технологии, которая, к сожалению, не стандартизирована до сих пор. Вот проблема-то в чем. Значит, был у нас цветовой показатель, любимый всеми, вы помните, гиперхромия, гипохромия, выше единицы, ниже единицы. Вместо этого сейчас расчетные величины МЦН, МЦН-С. Ну, они как бы вроде бы совпадают с цветовым показателем, тоже показывают гипохромию или гиперхромию. Анисоцитоз эритроцитов. Можно с помощью МЦВ, то есть разброс эритроцитов по размеру, можно как-то оценить. Поикилоцитоз, извините, нормобласты, нету их. Базофильная пунктация эритроцитов, мы не знаем, что такое. Тельца Жале и кольца Кебота, на которые мы всегда обращали внимание, мы теперь их не найдем. Мишеневидность эритроцитов, ее нет, серповидность эритроцитов, к счастью для России, это не так актуально, не найдем. Гематокрит – это не центрифугирование капилляра, как было раньше, это некая расчетная величина. Правда, в общем анализе крови он никогда раньше не был нужен, это была такая экспресс-методика для реаниматологов, а так-то, в общем, не очень использовалась. Структура ядер нейтрофилов, токсогенно-зернистых нейтрофилов, структуры ядер лимфоцитов. Все это, в общем, скорее исчезло из нашей практики. Ну, нормы всегда были разные. Здесь вот приведены нормы из различных источников. Значит, вот Соколова-Грибова, уже потом с моим участием там нормы. Ну, видишь, они различались. В общем-то, нельзя было сказать, что все показатели в разных источниках всегда одинаковы. Но все-таки некая приверженность каким-то показателям она была. Вот. Потому что нормы все-таки вычислялись на основании
проведения исследований. Вот. Сейчас кто во что гораздо, вообще нельзя понять, что происходит. Ну вот, например, гемоглобин, 100, референсное значение 117-160. В одном случае, а в другом случае та же лаборатория 132-173. Может быть, мужчина и женщина здесь. Но понять, опять же, это невозможно, потому что нигде это не написано, что это референсное значение для разных полов. Вот гемотест 117-156, если я правильно вижу. Вот. В другом случае 132-173. Ну, там десятая, ладно, запятая, это считайте, что это одно и то же. Да, так все-таки 117 или 132 нижней границы нормы, 156 или 173 верхней границы. Но это довольно большие различия, конечно, и довольно трудно с ними дружить. Здесь вот, например, бион 135-175, еще новые нормы. Но диалаб, здесь вы видите, довольно подробно расписана лейкоцитарная формула и главная морфология формных элементов. То есть, по всей вероятности, в этой лаборатории применяются методы анализа крови глазами, чего уже давно не делают в других лабораториях. Вот. Ну, на прошлом занятии мы обсудили тромбоцитопении и тромбоцитозы. На этом занятии мы с вами начнем с лейкоцитопении. Да, значит, все цитопении связаны с потерей и разрушением клеток или снижением синтеза этих клеток, их предшественников. Значит, лейкоцитопения. Значит, это такой термин немножко странноватый, потому что на самом деле лейкоциты очень жестко делятся. Значит, лимфоциты – это клетки, которые живут десятки лет. Они, как правило, находятся во всяких депо, в кишечной трубке, в селезенке, в лимфоузлах, в печени, в костном мозге. И, по-видимому, вообще никогда могут не поступать в кровоток. При этом среди лимфоцитов, внешних лимфоцитов, находятся все стволовые клетки, все клетки-предшественницы ростков кроветворения. И они периодически включаются, начинают размножаться, но внешне они все выглядят как лимфоциты. Нейтрофилы, гранулоциты – это клетки короткоживущие, 3-4 часа. Они находятся в кровотоке, есть пристеночный пул нейтрофилов, то есть клетки, которые стоят вдоль стенок. Вот. Ну и есть эозинофилы, которые мы смотрим при различных аллергиях, гельминтозах. Иногда бывает при инфекции, иногда бывает при сепсисе. И базофилы, которые вообще не играют никакой роли, мы на них практически не обращаем внимания. Но иногда при опухолях они повышаются, но такого диагностического значения базофилы практически не имеют. Сейчас вот в эпоху ковида многие пишут, а вот у нас там базофилы 4%. Нет трактовки, к сожалению. Хуже всего с моноцитами, потому что это, с одной стороны, долгоживущие клетки, и они переходят из кровотока в ткани, превращаются в тканевые макрофаги, и мы на них тоже мало обращаем обычного внимания. Потому что не очень знаем, как трактовать их, так сказать, изменения. То есть в основном все сводится, на самом деле, вся лейкоцитопения сводится к проблеме нейтрофилов. Вот, значит, мы говорим о том, что может быть абсолютное снижение числа лейкоцитов в крови и может быть относительное снижение тех или иных фракций, и тогда это такая избирательная относительная лейкопения. Значит, чаще всего мы обсуждаем агранулоцитоз, то есть количество клеток меньше, чем 1 на 10 девятый, или число гранулоцитов меньше 0,75 на 10 девятый. Агранулоцитоз – именно агранулоцитоз, то есть гранулоцитов нет, нет нейтрофилов. Лимфоцит к этому делу отношения не имеет. Ну, а лейкопения – это общее снижение числа лейкоцитов, но не менее 1 на 10 девятый. Лейкопении много разных. К сожалению, есть лейкопении, связанные с урбанизацией, с житьем в городах. И очень у многих
показатель 1,2, там 1,5. Люди спокойно с этим живут, никакого значения клинического это не имеет. Лимфоцитопения чаще всего это признак вирусной инфекции. Бывает такая ситуация, особенно сейчас вот на фоне ковида мы видим, что число лимфоцитов относительно снижено, при том, что снижено число лейкоцитов в целом. Значит, гранулоцитопения – это снижение продукции при миелотоксическом повреждении, недостаток витамина В12 или фолиевой кислоты и может быть при уремии. При иммунном цитолизе это, как правило, аллергические реакции в виде гаптенового агранулоцитоза или же аутоиммунные заболевания типа системной красной волчанки, синдрома Фелти, когда идет избирательное повреждение гранулоцитарного ростка аутоиммунными всякими процессами. И при тяжелых инфекциях бывает иногда гранулоцитопения, когда практически все лейкоциты уходят в гнойные очаги, и их гранулоцитов не остается в кровотоке. Относительно изменения все то же самое. Здесь никаких других подходов нет. То есть просто это повторяет абсолютную цитопению. Снижение синтеза предшественников – это либо механическое, условно-механическое, естественно, вытеснение кроветворения опухолевыми клетками, например, метастазами рака или лейкозами и острыми и хроническими, когда уходят клетки кроветворения из костного мозга. Нехватка В12 и фолиевой кислоты, это характерная трехростковая цитопения, и нарушение различных кроветворения, миелодиспластический синдром, апластическая анемия, хроническая болезнь почек, как теперь говорят, раньше это всегда ХПН называлось, применение цитостатиков и переоблучение. Повышенное разрушение – это цитолиз, лейколиз, это фиксация гаптенов, то есть неполных антигенов на поверхности клеточных и мембран, и иммунное разрушение, гаптеновый агранулоцитоз. Образование аутоантител клеточным элементам – это антинуклеарные антитела, антитела к фосфолипидам, это при системных васкулитах, о которых я уже сказал. И иммунокомплексные реакции могут быть на поверхности лейкоцитов, что, в принципе, примерно так же выглядит, как и образование аутоантител. Значит, гаптеновый агранулоцитоз встречается, друзья мои, постоянно встречается. Даже если вы не сидите в стационаре, вы этих больных можете увидеть. Это относится относительно редкой патологии, но вот лично у меня довольно много их, таких больных. За десятки минут снижается число лейкоцитов за счет полного исчезновения гранулоцитов. Связано с фиксацией неполного антигена, гаптена, обычно это лекарство, на поверхности нейтрофилов и уничтожение всех клеток нейтрофильного ряда, включая поздние предшественники антителами. То есть это не просто разрушение в селезенке, циркулирующего пула нейтрофилов, а это именно уничтожение антителом, антителами вот этих вот гаптенов, которые сели на мембрану лейкоцитов. Это все довольно специфично, то есть вот данное лекарство вызывает, а другое лекарство не вызывает. Диагностика гаптенового агранулоцитоза в принципе не сложна, просто делается анализ крови. В общем анализе крови вы видите отсутствие гранулоцитов. И обращает сразу внимание, это отсутствие анемии и тромбоцитопении. То есть это монофракция выпадает. Лечение элементарно. Значит, ну вот первая часть – это помещение больного в стерильную палату и работа персонала в одноразовом белье и так далее. Это касается лечения в стационаре. У меня есть опыт лечения дома агранулоцитоза без всякой стерилизации. Вот. Антибиотики, естественно, даются. Жидкость в больших объемах. Протирание антисептиками кожи, складок, мытье анального отверстия, полоскание антисептиками полости рта. Это все важно и нужно делать. Но еще раз повторяю, все можно делать в домашних условиях. Кортикостероиды ни в коем случае. Ну, если появляется ДВС, понятно, его надо лечить, прогноз благоприятный.
Если все делается верно, если не шарахаются во все стороны, то больные через там, неделю практически выздоравливают. Цитостатическая лейкоцитопения, агранулоцитоз. Но они встречаются при применении цитостатиков. Обычно снижение лейкоцитов занимает не часы, как при гаптеновом агранулоцитозе, а все-таки дни. Ну, может тоже достигать глубокой нейтрофилопении. Значит, здесь диагностика такая же, как и при гаптеновом. Вы делаете анализ крови, видите, что у вас мало лейкоцитов, либо нет гранулоцитов, но при применении цитостатиков или переоблучения у вас могут быть и анемия, и тромбоцитопения, потому что здесь влияние на все ростки кроветворения, а не только на нейтрофильный. В принципе, как вы видите, лечение практически то же самое. При лейкопении без осложнений госпитализации вообще не требуется. Ну, а все остальное практически одно и то же. Значит, применяется препарат колонистимулирующего фактора. Я бы с осторожностью к этому отнесся, потому что, ну, я не видел прямых доказательств. То, что они входят во все схемы, понятно, а вот с доказательствами что-то я не очень уверен. Вот. Здесь появляется, правда, тема некротической энтеропатии. При этом применяется полный голод, вообще полный голод, без воды даже, и стерилизация кишечника. Трансфузия донорских тромбоцитов при глубокой тромбоцитопении, ну, здесь понятно, вы никуда не денетесь. Но, в принципе, в основном прогноз обычно благоприятный. Лейкоцитозы. Лейкоцитозы могут быть при опухолях и вторичные лейкоцитозы при инфекциях и при интоксикациях. При опухолях лейкоцитоз называется лейкозами, белокровием. Это избыточная продукция лейкоцитов в результате гембластоза. Хронические лейкозы – это доброкачественные опухоли, субстратом являются зрелые клетки, а острые лейкозы – это злокачественные опухоли, и субстратом опухоли являются бластные клетки или незрелые клетки. Да, бластные клетки по внешним признакам относятся к лимфоидным клеткам. Значит, в зависимости от того, какой росток поражен, есть миелоидные лейкозы, хронический миелейкоз, острый миелобластный лейкоз и лимфоидные лейкозы, хронический лимфолейкоз и острый лимфобластный лейкоз. Лейкоцитозы при инфекциях – это характерно для бактериальных инфекций. При вирусных обычно бывает лейкопения. Редко лейкоцитоз очень высокий, достигает там 15 тысяч лейкоцитов. Лейкоцитоз в основном за счет увеличения числа нейтрофилов, при этом очень характерен сдвиг влево, когда у вас много молодых клеток, палочкоядерных, метамиелоцитов, это все под микроскопом видно хорошо, и это очень характерно именно для инфекции бактериальной. Значит, практически никогда в крови не бывает бластных клеток. Но я не помню такого. Опять же, возвращаемся к просмотру в микроскопе. Очень важна токсигенная зернистость нейтрофилов. Ну и когда вы назначаете антибиотики, то количество лейкоцитов очень быстро снижается. Эритроцитозы. Здесь выделяют эритремию, истинную полицитемию, и вторичные абсолютные эритроцитозы. При генерализованной тканевой гипоксии, например, высотная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, синие пороки сердца и так далее. При опухолях бывает такая тема. И при локальной ишемии почек, поликистоз, стеноз почечных артерий тоже может вызывать повышение образования эритропоэтинов и, соответственно, повышение уровня эритроцитов. И вторичные относительные гемоконцентрационные эритроцитозы, когда человек просто не пьет воду. Это дегидратация, например, на фоне приема диуретиков. При этом стоит отдельно плетора мясоедов, потому что объяснить ее по-человечески невозможно, и вообще это похоже больше на конституциональную какую-то историю. Потому что вот вчера мы, например, беседовали с монашенкой, которая не ест мясо уже лет 25, наверное. В принципе, вообще не ест, а что у них такой вот обед. Только рыбу. Рыба, молоко, там, яйца, все. А у нее гемоглобин под 170.
Ну вот я не знаю, как это, кроме как институциональной какой-то особенностью объяснить, я это не могу. Но во всяком случае, больные такие есть, и с ним приходится иногда возиться и пытаться что-то понять. Значит, эритремия диагноз ставится на основании либо трех признаков категории А, либо двух признаков категории А, одного признака категории Б. Значит, трепанобиопсия на сегодняшний день остается обязательной для постановки диагноза морфологического. Хотя сегодня многие начинают говорить, что это не обязательно, можно посмотреть там генетические все вещи. Но пока в классической гематологии от трепанобиопсии никто не отказывается. Значит, категория А – это увеличение массы циркулирующих эритроцитов. Причем, обратите внимание, это то, что мы не делаем никогда. То есть это надо пересчитывать. Количество эритроцитов умножать на циркулирующую кровь, то есть вообще целая бодяга. Но, тем не менее, такие критерии вот используются на Западе. Нормальное насыщение артериальной крови кислородом сатурация больше 92 и спленомегалия. Категория Б – лейкоцитоз без инфекции, интоксикации, тромбоцитоз, увеличение содержания щелочной фосфатазы в нейтрофилах без инфекции и интоксикации, и увеличение насыщенной витамин В12 связоспособности крови больше 200 пикограмм на миллилитр. Ну, это такой сложный, я не уверен, что у нас это делается повсеместно. Тем не менее, международные критерии диагностики, они вот такие. Лечение эритремии простое, элементарное, очень хороший, кстати говоря, прогноз. Это кровопускание регулярное до снижения гемоглобина до нормальных цифр. Делается иногда раз в полгода, иногда раз в год, иногда даже раз в несколько лет. Единственное, что перед кровопусканием обязательно нужно вводить антикоагулянты прямые и желательно вводить раствор еще дополнительно, потому что эти больные очень легко дают тромбоз, у них очень густая кровь, поэтому с ними надо осторожно. И кровопускание не надо делать сразу большим. Мы обычно делаем миллилитров по 100, этого достаточно. Вот. И крайне редко применяются цитостатические препараты. Ну, иногда вот не удается сдерживать кровопусканиями. Тут вообще очень любопытный механизм обратной связи, потому что кровопускание, видимо, запускает пролиферацию нормального клона эритроцитов, и нормальный клон на какое-то время подавляет опухолевый клон. Но это рассуждение, это не доказано, но тем не менее это видно, потому что такая терапия, ну, десятками лет у меня был больной, которого лечил еще Иосиф Абрамович Касирский кровопусканием. Он потом перешел мне по наследству, а между нами 20 лет, уж как отдай расстояние. Анемии. Я не смогу сегодня рассказать про все анемии. Дальше отдельная большая тема. Может быть, мы продолжим эту тематику. Вот. Но, в принципе, мы смотрим на анемию как снижение концентрации гемоглобина в единице объема крови. Хотя это неправильно определение, потому что мы говорим о том, что должно снижаться количество эритроцитов циркулирующих. Но опять мы посчитать это все довольно трудно, и никто этого не делает никогда. Поэтому мы говорим об анемизации как снижение концентрации гемоглобина. При этом что не проходит? Острая постгеморрагическая анемия. Человек потерял литр крови, концентрация гемоглобина у него при этом высокая, даже бывает выше. Вот. Никакого снижения концентрации гемоглобина поначалу не будет. Потом, когда вы будете его наливать растворами, или какое-то время пройдет, да, гемоглобин не рухнет, но вначале не будет снижения. А анемия постгеморрагическая у него уже есть. И гемодилюция. Это довольно частая история. Это концентрация гемоглобина и эритроцитов снижена. И мы говорим, это анемия, на самом деле ничего общего с этим не имеет, потому что есть увеличение объема циркулирующей крови при, например, беременности, и объем циркулирующей крови увеличен у больных с сердечной недостаточностью. Две такие группы очень известные. И пока вы не увидите у них реальной анемии, то есть не увидите железодефицита, например, ни о какой анемии речи быть не может, потому что при сердечной недостаточности анемия лечится мочегонными. Сразу все приходит в норму.
Но это не анемия, это гемодилюция, разведение. Алгоритм диагностического поиска несложен. Сначала вы проводите, просто определяете наличие анемического синдрома, степень его выраженности. Дальше определяете насыщение гемоглобином эритроцитов, МЦН, и размеров эритроцитов, МЦВ. Определение ведущего патогенетического варианта анемии. И главное, ищите заболевание, которое лежит в основе анемии у данного пациента. Потому что большая часть анемии, она не самостоятельная. Если уж мы говорим о железодефицитной анемии, то она всегда вторична. Ну, 90% и даже больше это анемии все-таки железодефицитные. Дальше идут В12 дефицитная анемия и дефицит фолатов. Это две разные анемии. Нарушение синтеза гема – редкая тема. Нарушение синтеза глобина наследственно-гемолитический – тоже редкая тема. Нарушение образования цитоскелета наследственно-гемолитический – редкая тема. А вот иммунный гемолиз, он бывает. И, наконец, анемии хронических заболеваний становится все больше и больше. На них начинают обращать внимание. Там смешанный патогенез, там и дефицит железа, там и дефицит стимулирующих факторов, и, по-видимому, есть еще увеличение ингибиторов эритропоэза. Ну, в общем, эта патология требует отдельного тоже рассмотрения. Ну, костно-мозговая недостаточность понятна. Значит, дефицит железа, он всегда вторичен, он не бывает первичным. Если нет явного источника избыточной кровопотери, вы не понимаете, почему у человека дефицит железа. Ну, например, он не ест мясо, да, о чем я уже только что сказал, то нужно искать опухоль. Чаще всего это опухоли кишечной трубки, и, в общем-то, они иногда дают, их первым признаком является железодефицитное состояние. Значит, имеется несоответствие между поступлением и потерей железа, и это является, собственно говоря, в результате развивается железодефицитное состояние. Значит, железодефицит не бывает прямо так раз, вдруг и развился. Значит, начало, первая и даже вторая стадия, это железо теряется много, да, потери превышают поступление, постепенно истощаются запасы железа в виде ферритина. Всасывание в кишечнике компенсаторно увеличивается поначалу, вот, и потом наступает уже, нарушается эритропоэз. Но это как бы уже вторая стадия. А дальше, собственно, начинается третья стадия, когда развивается легкая анемия, компенсированная. Нередко при нормальных индексах насыщения эритроцитов гемоглобином МЦН, МЦХЦ и размерах эритроцитов. Это принципиальный вопрос, потому что все говорят, ну если у вас нет снижения индексов, вот при такой промежуточной легкой анемии снижение индексов может не быть. А может быть снижение индексов и без анемии, потому что тут все тоже достаточно индивидуально. Но такого однозначного ответа, что эти индексы являются критериями диагностики железодефицита, особенно на ранних стадиях, это было бы неправильно. А вот уже на стадиях выраженной анемии, субкомпенсированной, тяжелой, тем более тяжелой анемии с циркуляторными нарушениями, тканевой гипоксией, со слабостью с выраженной, со снижением давления, тут уже обязательно должно быть и снижение насыщения гемоглобином эритроцитов и снижение размеров эритроцитов. И там, и тут вы увидите и гипохромию, и микроцитоз по всем показателям, которые только у вас имеются в наличии. Когда мы начинаем терапию железодефицита, то, в принципе, очень простая схема. Первая неделя вы даете железо, обычно люди говорят, о, сразу стал лучше. К концу недели мы смотрим ретикулоцитарный криз. Обычно количество ретикулоцитов должно увеличиться по сравнению с исходным в 5-10 раз. К сожалению, ретикулоциты тоже сейчас делают очень редко, но это очень хорошая методика, которая позволяет четко сказать, что вы на правильном пути. В течение первых 3 недель начинается постепенный рост гемоглобина.
Значит, он не у всех заметен. И почему вот возникает вопрос с ретикулоцитарным кризисом? Потому что вы сразу видите эффективность по ретикулоцитарному кризису или неэффективность. А так вам ждать прироста гемоглобина нужно 3 недели, потому что он повышается постепенно, не сразу. И только к 3-4 неделе терапии мы видим отчетливый прирост гемоглобина. Подходы к этим препаратам железосодержащим, их очень много сегодня. Есть таблетки, есть растворы, сиропы для питья, парентеральные растворы, которые используются при неусвояемости железа. По содержанию двухвалентного железа это высокое, 100 мг используется для лечения, среднее 50 мг используется для профилактики, и низкое, менее 40 мг, это лечение профилактики железодефицита у детей. Фероплекс, всем, наверное, известный старый препарат, он содержит всего 10 мг железа двухвалентного, но это детский препарат, хотя он, конечно, у нас в свое время давался всем подряд, потому что мы не знали о том, что он имеет только детскую форму. По химизму железа двухвалентное и трехвалентное железо, по химической формуле есть закиси, сульфаты, фумараты, сахараты, глюконаты, гидроокиси, хлориды, карбонаты, полимальтозный комплекс, но это трехвалентное железо. Ну, разницы большой между ними, наверное, нет, но мы в основном используем сейчас сульфат железа. По наличию акселераторов биодоступности, увеличивающих биодоступность препаратов. Значит, известно, что этим занимается аскорбиновая кислота, янтарная кислота и специальные носители, дорулез, который высвобождает не сразу железо и, соответственно, снижает пиковую нагрузку и распределяет равномерно всасываемость железа. И, наконец, по наличию примесей, я бы сказал неприличное слово «грязи», фолиевая кислота, витамин В12, витамины группы В, марганец и так далее. Но это вот то, что гематологи вообще не должны использовать, да и врачи не должны использовать, потому что не бывает одновременного дефицита фолиевой кислоты и железа, или В12, фолиевой кислоты и железа. Ну, не бывает. Но это препараты для третьих стран, где не разбираются особенно патогенезе, есть анемия, она тебе все сразу от анемии. Ну, нехорошо, так не поступают нормальные доктора. Почему мы привержены сорбифера дурулеса? Да, мы все время пропагандируем именно этот препарат. Потому что, во-первых, в нем высокое содержание двухвалентного железа. В нем 100 мг двухвалентного железа в одной таблетке. И, соответственно, две таблетки – это суточная терапевтическая доза. Нам нужно давать больному не менее 200 мг двухвалентного железа. Ну, такие установки на сегодняшний день. Может быть, они завтра поменяются. Но мы проверяли, сравнивали эффективность сорбифера, например, с фенюльсом, где 45 мг двухвалентного железа. И совершенно отчетливо есть разница по эффективности. Половинная доза, она совершенно не работает. Ну, или плохо работает, может, и работает, но нужно тогда не месяц давать, как мы обычно даем, а 2 месяца. Значит, железо упаковано в систему дорулез. Ну, кроме того, что там есть аскорбиновая кислота, вот эта система дорулез пролонгирует освобождение железа в течение нескольких часов, уменьшает пиковые нагрузки, снижает, соответственно, осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта и увеличивает биодоступность железа, что делает еще больше эффективным именно вот этот препарат. И, наконец, мы много раз считали фармакоэкономическое соотношение, то есть затраты на прирост гемоглобина на 1 грамм на литр, и для сорбифера дорулеса, по нашим данным, это все остается оптимальным с точки зрения затрат и эффективности. Ну, собственно говоря, я на этом закончу свое выступление. Готов ответить на вопросы. Вот пока у меня тут вопрос, возможно ли повторное заражение ковидом, но, судя по всему, да. Если пациент принимает под назначение кардиолог клопидогрел,
раз в сутки заболел ковидом, для того, чтобы перейти на Эликвис, достаточно ли выждать сутки после последней таблетки клопидогрела? Да ну не настолько это тяжело все звучит. Просто надо отменить клопидогрел и давать Эликвис. Такого прям, чтобы вы дали и получили смертельное кровотечение, такого не бывает. Еще. Так. Вы наблюдали пациент с ликопении на фоне ковида? Конечно, через одного. Как всякая вирусная инфекция, идет сплошная частая ликопения. Так, нужно ли контролировать ферритин при железодефицитной анемии? Ну, это вопрос сложный. Это все-таки ферритин, он нужен нам для, скорее, оценки вот первых двух стадий, когда у вас еще дефицит железа есть, а анемии еще как таковой нет. Вот тогда ферритин играет ключевую роль, потому что вы оцениваете запасы. А контролировать ферритин при назначении препарата, если вы получили, уверенно получили прирост гемоглобина, то, строго говоря, не нужно. Если не уверены, если вы не очень понимаете, насколько у вас восполнились запасы, ну, сделайте ферритин, ничего страшного в этом не будет. Вы будете понимать, что у вас гемоглобин поднялся, а ферритин пока еще не достиг нужного значения. Честно говоря, у меня вот такого прямого ручного опыта нет. Мы иногда делаем повторно ферритин, смотрим, но сказать, что это определяет нашу тактику, нет. Пока схема лечения железодефицитной анемии, она очень простая. Месяц вы даете препарат до нормализации уровня гемоглобина. После того, как гемоглобин нормализовался, вы даете половинную дозу препарата еще 2 месяца. Вот и все. И потом вы повторяете профилактические дозы, если речь идет о менструирующей женщине, например, то там раз в полгода вы им даете тоже там несколько недель сорбифер дорулес по одной таблетке. Вот. Так. Сейчас у меня все съехало. Ферритин. Так. Как вы считаете, находит ли место антидепрессанты при постковидном синдроме? Ну, мы даем Третьяко. В принципе, очень много психических изменений. Лучше их с психиатрами выяснять. Но на фоне применения антикоагулянтов это, в общем, обычно все уходит. Поэтому мы пока обходимся Третьяко как основным препаратом. Слабенький, но работает. Ваше отношение к вакцинации против ковида. Вы прямо хотите, чтобы я вам лекцию прочитал? Вакцинация вызывает вспышки ковида. Это уже, по-моему, сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Летняя вспышка в Москве четко совершенно ассоциирована с применение массовой вакцинации, с тем, что заставили всех вакцинироваться. И уж по другим странам, там Великобритания, Израиль, даже бедная Монголия, то вспыхнуло после того, как их там всех провакцинировали. Какие противовирусные препараты используют при ковиде? Никаких. Нет препаратов, которые работают. Вы согласны, что заболевания ЖКТ, неопухолевой этиологии, могут приводить к железодефицитным анемиям? Гипоцидный гастрит? Нет. Синдром малабсорбции? Думаю, что тоже нет. Кровотечение, если есть, то да. А так нарушения всасывания практически нет. Железо всасывается другими механизмами. Они никак не связаны с гастритом там и так далее. Еще опухоли. Вот опухоли тонкого кишечника, еще раз повторюсь, они могут быть манифестировать железодефицитную анемию, потому что там поверхностная опухоль, она сразу начинает кровоточить, появляется железодефицитное состояние, опухоли не видно, но иногда, если тщательно разбираться, сейчас же у нас есть эта волшебная таблетка эндоскопическая, которая проходит по кишечнику, с ее помощью можно поискать эту опухоль, то есть, в общем-то, удается иногда обнаружить опухоль на ранней стадии, грубо говоря, инситу, и удалить ее. Железодефицитная анемия при ГЭРБ. Но если есть кровоточивость, при ГЭРБ не может быть железодефицитной анемии. Вы поймите, железодефицит – это нарушение, это увеличение выделения железа в первую очередь. Да? То есть у вас должны быть кровопотери. Если у вас есть кровопотери при ГЭРБ,
пожалуйста, может быть железодефицитная анемия. А просто при ГЭРБ не может быть. Есть ли при лечении постковида на эликвисе у женщины сильное маточное кровотечение? Можно ли пробовать сулодексид? А, простите, не проще на 2 дня просто прекратить прием и вернуться потом, когда закончится кровотечение? Это же менструация. Можно пробовать сулодексид, пожалуйста. В принципе, возражений нет. Но у нас не было кровотечений, которые заставляли бы нас прервать терапию антикоагулянтами. У нас во всех рекомендациях написано, что если у вас сильная, обильная менструация, на 2, максимум 3 дня прервите антикоагулянты и потом вернитесь к ним. Так, еще что? Ну хорошо, если вопрос... А, вот еще кто-то. Согласны ли вы с теорией, что синдром хронической усталости связан с нарушением тормозных процессов в головном мозге? Синдром хронической усталости – это то же самое, что постковидный синдром. Это повреждение, это васкулит нервной ткани, возможно, аутоиммунной природы. Сейчас это совершенно очевидно. Врачи в Самаре отменили ликвис. Ну, я, что я могу сделать? Можно ли беременным при ковиде антикоагулянты? Нужно. Никаких противопоказаний нет. Антикоагулянты не испытывались ни на беременных, ни на кормящих, это понятно, поскольку они исходно вообще были для профилактики тромбоэмболии легочной артерии, а это все-таки пожилые больные с фибрилляцией, там, после суставных операций, пересадки суставов, никому в голову не приходило их испытывать на беременных и кормящих. Вот. Но все используют off-label, да, off-label, все применяют без всяких проблем. Каким образом гомоцистеинемия, знаете, я вам не отвечу, я так не люблю эту тему, я ничего в ней не понимаю, мне кажется, что это все профанация. Все эти гипергомоцистеинемии. Разговоров много, а толку никакого. Ксарелто можно принимать долго или делать перерывы. Посттромботическая болезнь. 2 раза в день уже 1,5 года. Ну, ксарелто, как и все прочие прямые антикоагулянты, принимается пожизненно. При различных состояниях. Например, при фибрилляции предсердия их назначают на всю оставшуюся жизнь. Это профилактика тромбоэмболических осложнений. Можно ли ожидать улучшения от 2-3 процедур плазмаферез при постковиде? Ну, я не знаю. Ну, наверное, можно. Можно не ожидать. Но будут они или нет? Это же вопрос чисто экспериментальный. Мы же не говорим, что всем помогает плазмаферез. Если бы всем помогал, мы бы так и писали. Но пока мы говорим о том, что есть эффект у большинства больных. Так, ну мы куда-то железодефицитной анемии сползли на постковидный и ковидный синдром. Хорошо, тогда, наверное, мы сегодня с вами заканчиваем наше заседание. Да, и я благодарю всех за время уделенное, потому что времени уже 7:30, все сидят до ночи и слушают наши умные речи. Спасибо вам, до следующих встреч. Да, следующий разговор, если я правильно помню, у нас будет по морфологии при ковиде. Очень интересный доклад будет. Мы будем разбираться вот с патологоанатомами о том, что все-таки при ковиде видно, потому что ну, наши трактовки – это наши трактовки, а патоанатомически они могут отличаться. Спасибо.